Путин, каким бы он сознательным или бессознательным не был, он ничего не смог бы сделать, если бы он не сидел наверху мощнейшей государственной машины. То есть именно государство дает любому человеку, как бы плохо он у него не было с головой, возможность ввергнуть окружающих в непрерывное, значит, страдание. Что социализм невозможен вообще. То есть его нельзя построить, и он не может существовать в силу чисто экономических причин. И важнейшая из ряда причин, целого ряда причин, является отсутствие экономического расчета. Российское государство сегодня находится в фазе, так сказать, агонии. И вот именно это определяет поведение Путина. Кого угодно, кто бы там ни был на его месте, он бы действовал абсолютно одинаково. То есть, если у вас нет рынка, свободного рынка, если нет конкуренции, а при социализме это невозможно, то есть вы не знаете, почем. То есть вы не можете оценить издержки, вы не можете оценить доходы, вы не можете посчитать. То есть вы работаете в темную, вы не понимаете, выгодно вам или невыгодно. Социализм – это тотальная монополия государства. Так называемая наука, так называемое образование, так называемая высшая школа твердят нам о том, что мы все должны строить государство, и только сильное государство способно победить в войне.